Кришна в подарок попался, получается, она есть из камня. У меня две музыки. Опять росли. Желаю, чтобы мы так же самое все встречались вместе. На вкратце рассказать вообще всю картину, что вообще происходит. Мы вначале были на утреннем служении в честь Рождества. Потом мы поехали всей семьей праздновать Рождество. Сейчас мы опять едем на вечернее собрание, служение, куда будут участвовать детки. И после этого у нас будут колядки. Это супер интересно, супер-супер. Надеюсь, я это все засниму и все это вы увидите. Что у нас происходит? Мы, короче, идем калядовать. Супер, пошли с нами. Всех вас с Рождеством!